Сейчас многие шутят, что мы здесь, на борту Международной космической станции, находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете. Но и у каждого дома может быть такое место, если вы будете соблюдать режим самоизоляции. Это нужно вам, это нужно нам, и это очень нужно врачам. Именно врачи сегодня находятся на передовой борьбы за наши жизни, за наше будущее благополучие. Именно врачи каждый день, каждую минуту рискуют жизнью ради нас. Именно врачи сегодня настоящие герои России. Мы благодарим каждого медицинского работника за то, что они делают всегда и особенно сегодня. Ваша работа, ваш профессиональный и личный подвиг неоценим. Огромное вам спасибо. С борта Международной космической станции Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин. Больше новостей, 下载北京时间 App. 每一条新闻都发生在北京时间.